С тяжелыми повреждениями внутренних органов бригада скорой помощи увезла мужчину в Берскую больницу, в травмоцентр. Тяжелые травмы получили участники дорожного движения и на минувшей неделе. 16 сентября около 8 часов утра водитель «семерки» выезжал с Лебедевской дороги на трассу и по какой-то причине не пропустил «Форд». В аварии сильно пострадал сам водитель «Жигулей» и трое пассажиров из другой машины. Водитель автомобиля ВАЗ-2107 80-го года рождения получил серьезные травмы. Его очень долго пытались достать из машины. Сотрудники спасательной бригады. Ну, после чего он был госпитализирован в Искитимскую центральную городскую больницу. В настоящий момент состояние тяжелое. 14 числа в половине 8 вечера неизвестный водитель «Тойоты» выехал на встречную полосу, чем спровоцировал аварию. Сначала столкнулся с «Лексусом», а затем с «Хондой», которая ехала следом. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Лексус», а также его пассажир получили телесные повреждения. Водитель автомобиля «Тойота Приус» после столкновения транспортных средств оставил место дорожно-транспортного происшествия. После столкновения транспортных средств они совершили съезд в кювет, после чего водитель как раз убежал в лес. Сейчас сотрудники областного ведомства ищут беглеца. Он объявлен в розыск.